Деструктивная игра с пропорциями и текстурой. Так можно охарактеризовать коллекцию «Весна-лето 2014» от Calvin Klein. Ее в последний день работы недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке представил креативный директор модного дома Франциско Коста. Как отметили модные критики, женщина от Calvin Klein грядущей весной выглядит так, как будто пережила апокалипсис. В нарядах почти отсутствуют четкие вертикальные линии и силуэты. Их смазывают асимметричные детали, поперечные вставки другой фактуры или подвижная бахрома. С первого взгляда это может показаться полным беспорядком, но высокотехнологичный крой и аккуратные пропорции напоминают – это тот самый Calvin Klein со своей особой красотой. Среди прочих материалов – шелк и кожа. Особое внимание – свободным футболкам с рукавами по локоть. В целом создается ощущение, что у каждой из этих моделей одежды за плечами большая история, которую ей пришлось пережить, порой даже как будто выстрадать. Коста уточняет, какой видит женщину весной 2014 года. Она очень эклектична, она земная. Вдохновение пришло из самых разных источников. Она полностью уверена в себе и в этом сезоне открывает для себя большие футболки. Открывает для себя брюки художника, так что это круто. Она молодая, веселая и, знаете, она практичная. В этом году Франциско Коста отмечает свое десятилетие в роли креативного директора Calvin Klein. По словам дизайнера, дела компании продвигаются, цитата, «чрезвычайно хорошо».